Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами узнаем, как выполнить упражнение под номером 67. Для начала необходимо прочитать текст. Веселая грамматика. Существительное – школа. Просыпается – глагол. С прилагательным «веселый» – новый школьный день пришел. Встали мы – местоимение. Бьет числительное – 7. За учение, без сомнения, приниматься надо всем. Мы наречием отлично, на уроках дорожим, соблюдаем мы привычно дисциплину и режим. Не и ни у нас частицы, нам их надо повторять, и при этом не лениться и ни часу не терять. После школы, как известно, мы катаемся в санях, здесь особенно уместны, междометия ох и ах, а потом у теплой печи повторяем части речи. Нужно ответить на вопросы, какие части речи названы в стихотворении. Выписать их название в столбик и привести на каждую часть речи по 2-3 своих примера. Также ответить на вопрос, какие две части речи не названы в стихотворении. Давайте выполним это задание. Существительное. Школа, день, учение. Глаголы. Просыпается, бьет, пришел. Прилагательное. Веселый, новый, школьный, у теплой. Местоимение. Мы, нам, я, ты. Числительные. 7, 25, 100. Наречие. Отлично, привычно, быстро. Частицы. Не, ни, бы. В стихотворении не названы предлог и союз. На этом все. Спасибо за внимание.